Не жалея сил, в училище Олимпийского резерва идет активная подготовка сборной Беларуси по боксу ко вторым играм стран СНГ. Держать себя в форме помогают ежедневные двухразовые тренировки. Под чутким руководством опытных наставников 13 девушек и 9 парней работают над скоростью, точностью и координацией движений. Подготовка идет очень хорошо, плодотворно. Этот сбор сделали более насыщенным, сюда добавили также бассейн. Эмоции от спорта у меня безумно хорошие, очень хочется заняться на СНГ. Место какое-нибудь, желательно первое. Порадовать тренеров также, которые стараются, которые вкладывают свою душу, порадовать семью, себя. Не первый год уже идем к цели, поэтому надеюсь, в этот раз все получится. Вперед к победе! Бобруйск представляют Мария Цмык, Витас Горцуев и Мария Пилипенко. Уже 24 июля спортсмены отправятся на заключительный сбор в Оршу, где и пройдут соревнования по боксу. Старт 6 августа, финал у девушек 11 числа, у парней 12. Тренировки акцентированы у нас в основном на технику и также скоростные тренировки. Развиваем большую выносливость. Бокс для меня – это все, моя жизнь. Я не представляю себя в чем-то другом. Настроены игры СНГ, боевой, едем забирать золото. Художественная гимнастика, легкая, тяжелая атлетика, современное пятиборье, пляжный футбол, стрельба из лука, хоккей на траве. Свыше 1600 медалей разыграют в 20 видах спорта. Зрелищные состязания пройдут в 11 городах Синеокой, в 6 областных центрах, а также в Борисове, Солигорске, Молодечно, Орше и Жлобине. Игры стран СНГ – это масштабное событие в мире спорта. Поэтому это для наших спортсменов большая возможность проявить себя на самом высоком уровне с ведущими спортивными державами. Беларусь готова принять больше 6 тысяч участников. Спортивный форум пройдет с 4 по 14 августа. Церемония открытия на Минск-арене. Специально к соревнованиям созданы карты гостя, благодаря которым можно получить скидки в музеях, гостиницах, магазинах и ресторанах. Впервые игры стран СНГ проходили в Казани 2 года назад. Тогда беларусы завоевали 69 медалей и стали пятыми в зачете. Болеем за наших. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.